Ханты-Мансийская епархия отметила свой 5-летний юбилей. О достижениях и о праздничных торжествах в сюжете наших коллег. 30 мая 2016 года в Воскресенском кафедральном соборе города Ханты-Мансийска митрополит Ханты-Мансийский и Сургутский Павел возглавил праздничную божественную литургию в честь 5-летия со дня образования Ханты-Мансийской епархии. На торжество прибыло духовенство всей Ханты-Мансийской митрополии, епископ Югорский и Нягинский Фотий. В праздничный день Югра получила бесценный подарок. Пятилетнему юбилею епархии передан на вечное хранение частица мощей всенародно любимой русской святой блаженной Матроны Московской. Мы рады тем, что теперь эти мощи у нас будут в городе Ханты-Мансийске, и что мы в любое время можем к ним подойти, помолиться, попросить Матренушку и помощь. Явно, что эта помощь, она будет. Главное, все дается по нашей вере, по нашей любви и вере. Святая Матрона обладала даром прозорливости. От ее святых мощей известны многие случаи исцеления. Храм в честь святой Матроны строится сегодня в городе Нижневартовске. Мощи блаженной Матроны Московской провезут для поклонения по всем крупным городам Югры. Радость значимого события с прихожанами Воскресенского собора прибыли разделить верующие из других регионов России. Я знаю, что Матрона дает людям здоровье. Я сама из Омской области, прооперирована на глазах 3 операции. Лечимся, надеемся, что она даст еще немного здоровья. Мы знаем, что Великая Угодница, наша современница, очень-очень многим помогает во всех прошениях, с какими приходит народ к ней. И мы имеем сегодня эту сокровищницу, частицу мощей Великой Угодницы, которой могут все югорчане прибыть и приложиться, и попросить ее о нужном и необходимом от блаженной. Ханты-Мансийская епархия была образована 30 мая 2011 года решением Священного Синода Русской Православной Церкви в пределах Югры. В 2014 году после выделения отдельной югорской епархии образована Ханты-Мансийская митрополия. За прошедшие 5 лет в 3 раза с 85 до 231 возросло количество храмов в Югре. Строится 27 новых. Заметно увеличилось и количество духовенства в Ханты-Мансийской епархии. Сегодня в 4 благочиниях – Ханты-Мансийском, Сургутском, Нижневартовском, Нефтеюганском – трудится 96 священнослужителей. В честь 5-летнего юбилея Ханты-Мансийской епархии представители власти, бизнес-сообщества, духовенства Югры и сотрудники епархиального управления были удостоены высоких патриарших и епархиальных наград. А завершился праздник большим благотворительным концертом арт-группы «Ларго», песни которой стали еще одним подарком к небольшому, но значимому юбилею, уже занявшему особое место в истории Югры.